В настоящее время наша съемочная группа работает в Луганской области, куда отправилась вместе с грузом гуманитарной помощи, собранной жителями Новошахтинска. Многие жители города включились в акцию «Дорога в мирную жизнь». Из той муки, которую вчера мы привезли с гуманитарным грузом, вернее сказать, который мы сопровождали вместе с нашим оператором для телеканала «Несвятая», уже испекли хлеб для жителей города Первомайска, и мы будем сопровождать его туда, в этот город. Уже передаем второй раз жителям Первомайска. Первый раз мы передали 500 буханок. И сегодня мы тоже передаем 500 буханок для Первомайска. Для жителей Первомайска, для тех, кто защищает Первомайск, Казачья национальная гвардия. Так как мы понимаем, что это очень необходимо, потому что Первомайск – это город гуманитарной катастрофы. Наша съемочная группа остается в Луганской области, чтобы рассказать вам, как распределяется гуманитарная помощь, собранная участниками акции «Дорога в мирную жизнь», как выживают жители Донбасса в эти тяжелые для Украины дни.